добрым утром понедельника. Это последний понедельник лета, между прочим. Пусть он будет наполнен солнечным настроением, которое от погоды не зависит. Сегодня оно нам очень пригодится. Давайте попробуем с благодарностью принять все, что нам назначено природой. По прогнозам синоптиков, начало недели окажется пасмурным и дождливым. Северо-западный ветер добавит свежести и прохлады. И, возможно, кому-то захочется похандрить. Не сдавайтесь. Проживите этот день с удовольствием. Ищите радость в мелочах. Наслаждайтесь каждым мгновением. Пусть последний понедельник лета будет согрет вашими улыбками.